Неоднократные предупреждения привели к решительным действиям. Бежецкая районная администрация взялась за очистку брянского Детройта, свалки автомобилей по улице Мира и уже вывезла часть металлолома. Мы уже рассказывали о том, что в Брянске в Бежецком районе есть свой Детройт. Огромная свалка металлолома на муниципальной, городской территории нарушает 15-ю статью 88-го закона Брянской области о благоустройстве городов и населенных пунктов. Мы с собственником домовладения 56, господином Аслановым, неоднократно проводили работу, в том числе с сотрудниками полиции. Районной администрации было выдано 2 предписания, было выписано 2 протокола об административных правонарушениях за складирование металла. Сотрудниками полиции также неоднократно проводилась работа, также неоднократно выдавались письменные предупреждения. До настоящего времени господин Асланов никаким образом не отреагировал на наши просьбы выполнить уборку. 1,5 месяца назад наша история со свалкой закончилась ничем. Ни у полиции, ни у администрации нет никаких полномочий, чтобы повлиять как-то иначе, кроме административного протокола. Но теперь ситуация получила новое решение. 14 мая к брянскому Детройту подъехали представители администрации, участковый и мусорный перевозчик. Мы договорились с перевозчиком по вывозу мусора. Он оказал нам благотворительную помощь. И вот мы вывезли вот здесь часть металлолома, который лежит за моей спиной. Весь металлолом был утилизирован как мусор. Но за один проход много не увезти. Большая часть металла продолжает прохлаждаться на муниципальной территории. К тому же вывоз металла – действие и профилактического характера. Собственнику указанного дома предписано до 15 июня выполнить уборку оставшихся материалов. В случае, если это не будет исполнено, подобным образом будет вывезен весь остальной металлолом на свалку. Кстати, ни одно из административных предписаний хозяином автосвалки ранее не было исполнено, и убирать металлолом нарушитель не спешит. Игорь Умаров, Анатолий Чекрыгин, телеканал РЕН-ТВ Брянск.